В главных выпусках к этому часу. Небывалый пример человеческого неравнодушия продемонстрировал житель Екатеринбурга. Он нашел кошелек, в котором лежали 160 тысяч рублей, и вернул пропажу владельцу. Портмоне с крупной суммой Андрей Ермоленко нашел на асфальте возле торгового центра на улице Щербакова. В кошельке, кроме денег, были семейные фотографии, визитки и документы. Именно по ним Андрей понял, что сумка принадлежит турецкому бизнесмену. Он связался с иностранцем, и предприниматель приехал за пропажей. За честность турецкий гость пообещал уральцу прислать подарок и вручил мужчине вознаграждение – 10 тысяч рублей. Сам Андрей признается, долго колебался, отдавать ли деньги владельцу. Принять верное решение помогла жена. Конечно, сумма большая, она значительно превосходит мою заработную плату. И не скрою, что я не мгновенно решил, что я верну этот чек в целости и сохранности. Мы посовещались на таком семейном совете. Чаша весов склонилась в пользу того, чтобы вернуть все полностью, именно со слов моей жены.